сейчас вы видите такую лапочку. Очень мне нравится. Давай, бэйби. Ну давай. Yes. Вот она, красавица. Это готическая капелла. Все, что я про нее знаю, это то, что какая-то царевна приходила сюда молиться. Она была католичка и попросила... Просто с ума с этим. Да, она очень классная. Я бы вовнутрь, конечно, бы зашла. Вот и Тоня, но эта капелла, по-моему, не работает. Но она не работает, потому что сегодня понедельник. Ну, кстати, но... не факт, что... Хотя нет. Нет. Ну, какие-то музеи там... Сегодня ничего не работает, ну и черт с ним, потому что мы сегодня пофотографируемся. Зато можно загорать! Можно на фоне нее потом пофотаться. Да можно и сейчас пофотаться. Нет, сейчас нет. Сейчас балласт. А, балласт. Что ты, как вы вообще? Тут у нас же дети смотрят, господи. А здесь очень красиво, здесь рельефы. Здесь это все напоминает, знаете, вон, посмотрите, видите, как спускается? Это все напоминает эти хоббитские идиллические пейзажи. Ну и опять-таки сейчас мы затемним ее немножко, я сейчас. Ну давай, детка, давай, ну... Тоня! Вот она, гадюка. Вот, она просто затемнилась должна. Вот, но она действительно красивая. Когда я была здесь зимой, и мы шли, в общем, ветер очень сильный дул. Слушай, а зимой тоже тут... А я не, когда, ну, я не помню, что были эти турникеты там на входе какие-то. Вот, и эта готическая капелла, она прожекторами подсвечивается. И она реально... Нажигите, смотрят. Действительно, что я пропагандирую безграмотность и мракобесие. Ну, капелла, готика, все. Подождите. А мы правильно? Может, туда или туда, или как? Ну, пожалуйста. Вверх или вниз? Мне не нравится, что... Ну, это как бы издержки солнечной погоды, когда ты... Нет. Вот. И она реально выплывала. Выплывала из мрака. Было, короче, так странно и таинственно. И вот это место, вот парк Александрия в Петергофе. Вот. Оно было местом, где я испытала, ну, одно из таких глючных ощущений, будто бы ты не в жизни, а в видеоигре. И... Это ценные ощущения в моей жизни. Ну давай, ну подсветись, пожалуйста, ну блядь. Я ругаюсь матом, да. Вот она. Вот она. Ну меня просто вымораживает, что когда я поворачиваюсь, и она начинается, ну типа, и она такая светлая, она такая классная. Да. Привет. Вот, и извините за скомканность. Пойдем.